Существует ли невидимый мир? Существует. Поверьте мне, я это знаю точно. Все, что с нами происходит, мы воспринимаем очень маленькую часть, очень маленький спектр. Мир этот огромен, он бесконечен. Все, что мы делаем, отражается во всем, что есть в мире. Поэтому, говорится, нет ничего тайного, что не стало бы явным. И поэтому просто имейте в виду, делайте только то, чем вы сможете гордиться. Делайте только то, о чем вы сможете объявить на весь мир с чистым сердцем и с радостью. Никогда не делайте того, о чем пришлось бы жалеть, чего приходилось бы стесняться потом. То, что вы делаете, делайте от всего сердца. Даже если это не совпадает с общественной моралью, неважно. Делайте то, что есть в сердце. Выполняйте самих себя. Вы родились именно для того, чтобы это делать. И весь невидимый мир это чувствует, слышит, знает, и в нем это остается навсегда. Просто имейте это в виду.